Итак, небольшой нюанс, вот вы вперед сегодня забегаете. Как мы работаем? Соответственно, вот ну, у нас сеанс спины, получается, 30 минут, да? Он в спину входит от головы до ягодиц включительно, да? Мы работаем, получается. Кто-то работает без головы, кто-то бывает, ну, разные сеансы, ну, в разных школах, там, без ягодиц, например, да, спина только вот эта часть считается. Мы как бы работаем по половинке, да, вот человек лежит на столе, получается, да, и вот мы обрабатываем противоположную сторону, то есть вот эта часть у нас получается вот до сюда, да, вот первая часть, левая. Ну, условно говоря, 8 минут. Потом переходим на другую сторону, да, вот эта часть получается, вторая, это еще 8 минут, уже получается 16, да. Вот это все сюда включается. И разогревающие техники, да, и кулачковые, и локтевые. Это все вот сюда включается вот в зону 1, да. Далее у нас третья часть. Это, ну, практически вот от плечей, плюс голова. Ну, там даже еще и тазовые тоже вот. Входит даже вот эта часть сюда, в третью зону, так скажем. Ну, то есть голову от шеи я практически не отделяю. Ну, можно, давайте так напишем. Шея все-таки отдельно будет, да? Будет эта третья часть. Это, соответственно, вот 5 минут. Получается 16 плюс 5, 21, да? Плюс голова и уши. Это там, допустим, 3 минуты получается, да? Четвертая зона. Получается 24 уже, да? Минуты. Плюс точки прорабатываем. Вот тут там всякие на голове. Это еще 2 минуты. Получается сколько? 26, да? Минут. И остается 4 минуты на то, чтобы вернуться назад, все согреть и мануальной техники. То есть это получается. Так, это пятая была, да, точки? Пятая. Или записать последовательно, да? Расписать? Ну, давайте тогда. Первая часть. Левая половина. Вторая часть. Правая половина. Восемь минут, 8 минут. Третья часть. Шейно-воротниковая зона. ШВЗ сокращенно, да? Сколько там? 5 минут получается. Четвертая зона – это голова, уши. Это 3 минуты. Ну, собственно говоря, это может быть как отдельные виды массажа или отдельные виды зон, да, может только шейно-воротниковую зону, соответственно, вот отсюда, вот от лопаток, да, вот это все прорабатывать. И уже тогда не 5 минут будет, а уже там и 15-20 минут можно работать, да. И также и с головой, и с ушами, там прям отдельные виды массажа существуют на эти темы. Ну, поскольку мы включаем массаж спины, все-таки, да, как бы общий такой массаж, чтобы максимальную пользу привести, как бы вот все вот гоним, чтобы лимфу гнать от ушей вниз, туда, опять же, под ключичную зону. Так, пятое я написал, что? Пятое – это точки. Там 2 минутки, да? Делаются не для всех. Кому-то можно эту зону вообще пропустить. Это только когда вот триггерная зона, вы не можете массажем расслабить. Тогда прорабатываем дополнительными точками. И шестое. Давайте возврат напишем. Это буквально там 1 минута. Возвращаемся просто, чтобы согреть остальную часть тела, которую мы уже забыли, пока делали голову, да, за это время организм остыл, чтобы человека отпустить полностью наполненным. И седьмое, это уже тоже так вот как бы
по желанию это общая мануальная коррекция. Ну, делается где-то там 2-3 минуты. Если все сложить, у нас получится где-то примерно 32-33 минуты, да, если все это сложить. Все зависит от того, если вы работаете как бы по времени в кабинете, да, там по 30 минут, следующий, да, то вы сокращаете. Ну, коррекцию там на 1 минуту меньше делается. Возврат, например, не делаете или точки не делаете. Вот уже у вас 27 минут. Получилось 3 минуты на то, чтобы сменился пациент, проверить помещение, помыть руки, да. Вот такая вот очередность пошла. Если вы работаете в свободном режиме, да, вы можете это время чуть растянуть побольше, 35 минут у вас получится. Да? Что такое общая мануальная коррекция? Это без выяснения каких-то там деталей, да, таз перекошен, не перекошен, там позвонок туда-сюда вышел, налево-направо. Мы на это не обращаем внимания, просто общее. Тр-тр-тр, растянули, прокрутили, декомпрессировали. Мобилизация всего позвоночника и все. Этого достаточно. Зачастую, я вам скажу, у 80% населения этого достаточно, ему уже хорошо. Шею там раз-раз поправили и все. А вот когда нюансы уже будут, тогда это время растягивается до 1,5 часа, а то и до 2 часов, когда уже конкретно работаете там с какой-то там с ногой или с грыжей, да, это вот вообще отдельный случай. До этого мы дойдем, поэтому не спешите. Все сюда входит, то есть вот в левую половинку, например, входит и локти, да, и точки мы продавливаем локтями, и кулаки, и пальцы, и пальцами работаем, да, и разогревание. В общем, все сюда входит. Вот такие нюансы по поводу времени сеанса, да. И, соответственно, стоимость сеанса, да. Если это все-таки мы называем мануальный, а мы такой именно проходим, да. Мануальный сеанс спины, то, соответственно, стоимость у него уже дороже, чем обычный классический массаж. Обычный классический массаж в данном случае, ну, я считаю, это как бы мертвым припарки делать или ну просто для инвалидов либо для пожилых людей. Он такой более спокойный, легкий, слишком такой как бы в данном случае расслабляющий. А здесь же жесткое воздействие на костно-связочный аппарат. Тут прям все трясется, все суставы ходят ходуном. Поэтому за него как минимум в 1,5 раза дороже надо брать цену. Ну, есть некоторые, которые берут и в 5 раз дороже, но это уже на личной совести каждого, да, специалиста, да, кто сколько может позволить себе взять, или от клиентуры зависит, да. Есть побогаче, есть победнее. Некоторым вообще можно и бесплатно даже делать, да. То есть мы же добро несем людям, да. Не гонитесь за ценами. Кому-то и бесплатно, а кто-то вам другой заплатит побольше. Так что тут все мир по миру делается. Главное, чтобы все было от души. С вами был Олег Алавгудвин.